чемодан у меня всегда. В смысле? Да ты где все мои вещи? На свалку выкинуть. Всем привет, меня зовут Элина, и сегодня я вам расскажу немного о модельном гардеробе, что обязательно нужно брать в поездку и что не стоит брать в поездку. Так что надеюсь, вам будет очень полезно это видео. Смотрите дальше. И сейчас я буду показывать вещи, какие я буду брать в поездку. Вот, у меня есть чемодан, в котором мы будем складывать все вещи. Итак, думаю, что начнем мы с обычных черных джинсов. То есть обычные джинсы, которые вы можете одевать на кастинге, и черная футболка, которая сейчас на мне. Знаете, что я в этом еду в аэропорт. Потом я беру обычную черную футболку с каким-то классным принтом. Вот, я люблю всякие вещи с принтами. А потом есть такая у меня милая розовая футболочка, которую я буду одевать на прогулку, допустим. И джинсы, мамс джинс на высокой талии. Также немаловажно взять какую-то юбку. Я не любитель юбок, поэтому я беру одну кожаную юбку, которую тоже буду одевать на кастинге. Потом беру брюки, которые тоже нужно одевать на кастинге. То есть на кастинге можно носить черные джинсы, черные брюки или какой-то принт, который не очень бросается в глаза. Но также вы можете носить те вещи, которые бросаются в глаза. Поэтому я беру вот такие джинсы, которые тоже тогда могу одевать на кастинге. Верхней одежды я буду брать джинсовую курточку. И, допустим, такое желтое пальто. Считайте, что мы уезжаем на месяц. Поэтому я беру не очень много вещей. Обычно я беру килограмм так 35. Сегодня мы соберем килограмм 15, наверное. Беру кожаную курточку. Ну, знаете, кожаную курточку любят все, носят ее всегда. Вот, так что кожаная курточка — это тоже must have. Ребята, хочу вам посоветовать, если вы едете в поездку и вы очень любите гречку и овсянку, обязательно берите это с собой. Это золотое правило моделинга, все модели в курсе, что гречку всегда брать с собой. Я не любитель гречки, поэтому мне повезло, мне можно дать больше вещей вместо гречки. Не волнуйтесь, все везде продается, не нужно тащить с собой шампуни по 2 килограмма, так как я делала в своей первой поездке. Не нужно брать кучу ненужных вещей, потому что все, что вам нужно, вы можете купить где угодно, неважно, Азия, Европа, Америка, все везде продается. Так что берите по минимуму, не повторяйте моих ошибок. Я всегда плачу за перевесы, поэтому я стараюсь брать меньше вещей, но это не всегда получается. По штанам можно взять разноцветные штаны, допустим, яркие или те же черные. Я беру такие штаны, я беру джинсы с такими штучками снизу, я возьму тоже такие спортивные штаны и красную майку. Вот, по вещам мы с вами сложили. Также можно взять сумочку, в которую вы там кладете ключи, телефон и пойдете на кастинге, и также большой вместительный рюкзак, чтобы положить туда каблуки, бук и пойти на кастинге. Из обуви я всегда беру каблуки черные, удобные, потому что это немаловажно. Вам надо будет на них или ходить, или также очень часто их обувать. Так что выбирайте обязательно очень удобную обувь. И мои любимые черные кроссовки. Тоже я с ними везде всегда хожу. Они супер классные, удобные. Так что берите удобную и красивую обувь. И также очки. Это обычные, с обычными линзами. Это такие модные, стильные, молодежные. Это такие розовые сердечками, которые понравились Роме больше всего. Все-таки зачем? И обычные черные. Разные кепочки, которые я буду брать с собой в поездку. Подписывайтесь на канал Typical Modeling, если вы хотите видеть еще больше интересных видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм, если вам понравилось все, что я вам рассказываю. А я надеюсь, потому что мы очень старались. Было приятно с вами пообщаться, всех вас увидеть. Всем пока-пока!